завершился Кубок Омской любительской футбольной лиги, который проходил на стадионе «Динамо». Во всех матчах чемпионата и Кубка команду КПРФ активно поддерживали ее преданные болельщики, члены ЛКСМ. Августа в 1/8 финала Кубка команда КПРФ разгромила команду «Фукусима» 9-1. Голы в нашей команде забили Сергей Майер – 3 мяча, Роман Седаш – 3 мяча, Александр Пузанов – 2 мяча и Дмитрий Шипятько. 7 августа в День города наша команда в упорном поединке переиграла чемпионов Омской футбольной любительской лиги команду «Пахтакор» 2-1. Дубль в матче сделал Роман Седаш. 12 августа в полуфинале наши футболисты уступили сильнейшей команде турнира «Автомойка» со счетом 2-6. Голы в нашей команде забили Дмитрий Шипятько и Роман Седаш. Но 14 августа в матче за третье место команда КПРФ уверенно одержала победу над командой «Звезды Сибири» 7-2. Несмотря на крупный счет, игра складывалась не очень просто. После первого тайма счет был равным 2-2. Причем нашей команде пришлось дважды отыгрываться. Но во второй половине матча все стало на свои места. Наши футболисты провели 5 безответных мячей. Голы в нашей команде забили Виталий Медведский – 3 мяча, Александр Ульянов – 2 мяча, Дмитрий Шипятько и Александр Пузанов. Третье место в Кубке Омской любительской футбольной лиги – это большой успех нашей молодой команды.